Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Если вы не знали, что Facebook запустил собственную аналитику, знайте, запустил. Точнее не так, если вы не знали, что у Facebook есть своя аналитика, знайте, она есть. Потому что запустил он ее давно. Facebook Analytics — это бесплатное приложение для анализа вашей аудитории на Facebook. Максимально простое, но в нем есть все, что нужно для анализа аудитории. Устанавливать ничего не нужно. Вы просто заходите на facebook.com/analytics, и если вы авторизованы в Facebook в данном браузере, он автоматически запускает аналитику по вашей странице, странице, на которой вы являетесь администратором. То есть, если вы в первый раз зашли в аналитику, картинка у вас будет не такой красивой, как у меня. У вас тут будет пустота, и лишь с течением времени аналитика наполнится данными. У меня тут тоже не совсем красота, поскольку я запустил аналитику 4 дня назад. Но какие-то данные у меня уже появились, какие-то выводы уже можно делать. Например, вот активность пользователей по часам и дням недели. Четверг, оказывается, самый насыщенный день. Причем, кто бы мог подумать, самые насыщенные часы – это 7 утра, но это можно было ожидать, и 11 вечера. А вот это уже неожиданно, по крайней мере для меня. Но скажите, вы постите на своих страницах сообщения в 11 вечера? А зря. Хотя это, конечно, не совсем репрезентативная статистика, я уже говорил, что аналитики всего 4 дня. Но дней через 15 она уже вполне может стать руководством к действию. Например, здесь можно найти ответ на один из самых популярных вопросов – когда размещать посты в Facebook. Мы уже даже видели, где искать ответ на него. Вообще, многие сравнивают аналитику Facebook с Facebook Audience Insights, но это все-таки разные вещи. Insights дает представление об аудитории, какая она, а Analytics дает представление о том, как эта аудитория взаимодействует со страницей. Вот, например, топ реакций на пост, топ расшаренных постов и топ комментариев. По каждому значению можно увидеть полный отчет. А в остальном это стандартная аналитика, такая же в принципе как Google Analytics, но естественно попроще. Кстати, возраст и пол тут явно ошибочно определены. Такого просто не может быть, судя по другим источникам. Если с течением времени ситуация не изменится, нужно разбираться, что не так. А в остальном все, что нужно и то, что здесь есть, все умещается в overview, то есть на обзорной странице, и в принципе этим аналитика и ограничивается. Хотя слева есть еще закладки, но это в целом дублирование обзорной страницы или специфические настройки для отслеживания конверсий. Единственное, в закладке People есть технологии, это тип устройства и версия операционной системы, но это тоже, наверное, достаточно один раз заглянуть, чтобы понять, если вы не знаете, что мобильное устройство используется примерно вдвое чаще, чем персональные компьютеры. Вот такая она, аналитика Facebook. Выглядит простенько, но задачи свои решает. То, что вы увидели, этого достаточно для обычного пользователя, каковых большинство. Для маркетологов тут есть возможность углубленного анализа конверсии, аналитика действует в связке с пикселем, но это уже не так интересно и для узкой аудитории, хотя, может быть, мы об этом еще расскажем. Поэтому подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы и комментарии по этому видео и любите друг друга.